Всем привет, это установочный центр PCF. Это сегодня у нас Volvo XC 97 года и дооснащение ее навигатором. Как видим, Яндекс.Навигатор нам говорит уже куда повернуть. Большой 8,8 IPS на экран. Прекрасная цветопередача. Прекрасно все видно. Обновлен дизайн автомобиля. Яндекс.Навигатор присутствует мультитач, присутствует голосовой помощник Алиса, Сбербанк. Спокойным голосом говорим ей, куда ехать, она, соответственно, везет нас туда. Ну, поехали. Вот, голосовые подсказки также присутствуют. Это есть. Как видим, у нас присутствует онлайн-ТВ, без проблем любое телевидение, любой канал. Вот сейчас он скажет первый. В принципе, можно даже при желании сделать разделение экранов. Например, ТВ поставить. Нет, сначала я хочу, чтобы слева был Яндекс.Навигатор. А справа хочу, чтобы был ТВ. Первый канал. Вот, то есть сейчас он тут загрузится. Вот, у нас, значит, есть на весь экран телевидение и есть Яндекс.Навигатор. Это более чем круто. Практически как в Мерендосике. Вот. Круто работает, все там Яндекс показывает. Причем диагональ экрана получается больше, чем у вашего айфона. Ну, практически. Далее. Магнитола выглядит как надстройка. Штатный дизайн. Вместо штатного динамика. Динамика здесь не было. В данной комплектации здесь была такая вот штука. Металлический алюминиевый корпус. Плотно стоит, хорошо смотрится, такой стиль BMW. Главный экран, если кому интересно, выглядит основной интерфейс. Тоже довольно-таки строго. Все прекрасно. Присутствует проигрыватель видео, видео в движении, громкая связь, если у кого нет в комплектации. Все дело присутствует. Присутствует приглушение экрана при включении габаритов. Также была установлена камера заднего вида. Втыкаем заднюю. Как видим, у нас работают с Volvo 7 года работают поворотные линии. Да, я поворачиваю руль. И отображается штатный парктроник. Денис, подойди, пожалуйста, сзади. Да, работает. Как видим, край бампера здесь виден, да, то есть все, спасибо. Как видим, весь бампер у нас в поле зрения камеры. Это прекрасно. Линии поворачиваются, парктроники показываются. Две USB-шки у нас в бардачке. Покажи. Под флешки, под видео. Видео в движении тоже работает. Кстати, берем вот так вот. Оп. И Яндекс.Навигатор у нас на весь экран. Если у вас Volvo, то ставьте лайки, приезжайте к нам, сделаем так же. Все будет по красоте. С вами был установочный центр PCAuto.